«Стой или будем стрелять!» В пятницу вечером на ивановских дорогах разыгрался сюжет настоящего боевика с погонями и стрельбой. Водитель автомобиля Ford Mondeo не остановился по требованию сотрудников ГИБДД и попытался скрыться за пределами областного центра. Экипаж ДПС погнался за ездоком. На загородной трассе было принято решение применить табельное оружие. После предупредительного выстрела в воздух лихач не остановился. Инспекторам пришлось стрелять по колесам. Колеса пробили, едет. Останавливаемся, водитель бардан, 6-6-4. Право останавливаемся, последствия хуже будут, останавливаемся вправо. Даже после того, как автомобиль был поврежден, ездок остановился не сразу. Как выяснилось, 30-летний мужчина за рулем Форда был пьян. На водителя было составлено 5 административных материалов за проезд на красный сигнал светофора. Составлен один административный материал по части 1 статьи 12.8, это управление транспортным средством в состоянии опьянения. А также составлен один материал по статье 12.3, поскольку водитель не имел при себе регистрационных документов на управление транспортным средством. Сегодня был составлен на водителя административный материал по статье 19.3 Кодекса об административных правонарушениях. Это невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке. В результате применения сотрудниками госавтоинспекции оружия никто не пострадал, а лихач надолго запомнит этот урок. Как минимум на срок лишения прав. За езду в нетрезвом виде ему грозит от 1,5 лет в роли пешехода, но может быть и больше, в зависимости от решения суда. Наталья Бутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново.